Наш город стал настоящим студенческим центром благодаря филиалу Кубанского государственного университета в Славянске на Кубани. Тысячи выпускников, получив отличное образование, успешно работают по всему краю и за его пределами. Но они никогда не забудут свой родной университет. Особенно запомнятся им праздники, такие как «За честь вуза». На торжественное итоговое мероприятие «За честь вуза-2022» были приглашены студенты, деканы факультетов, руководители структурных подразделений, заведующие кафедрами, преподаватели, ветераны педагогического труда, почетные гости. Директор филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани Ольга Леус, открывая мероприятие, сказала, что становится доброй традицией подводить итоги, отмечая успехи в учебе, научной работе, общественной деятельности, спорте. Более 2000 студентов обучаются в филиале. Свыше 30% его выпускников становятся обладателями красных дипломов. За последний год 260 студентов стали победителями и призерами интеллектуальных и творческих конкурсов различных уровней. Растет надежное, талантливое, образованное, творческое, заботливое молодое поколение. И мы не сомневаемся, что им по плечу решить все задачи во взрослой жизни. Филиал Кубанского государственного университета в городе Славянске на Кубани по результатам рейтинга мониторинга вузов России переместился в более высокие позиции. В шестой лиге перешел во вторую лигу. Это результат профессиональной, слаженной работы профессорско-преподавательского состава, сотрудников филиала. Это результат этих высоких побед, уважаемые студенты. Первый ректор Славянского государственного пединститута Татьяна Анисимова отметила, что для того, чтобы в настоящее время добиться таких весомых успехов, пришлось хорошо поработать всем и руководству филиала, и преподавателям, и студентам. Вот когда присутствуешь на таком празднике, всегда гордость переполняет за те достижения, за то дело, которое продолжается и развивается в нашем вузе. Очень приятно, что с каждым годом мы не только наращиваем то, что было, не только сохраняем те традиции, которые были, но и добиваемся результатов, о которых раньше мы только могли мечтать. Поздравляю вас всех с праздником, желаю успехов в науке, в учебе. И надеюсь, что все наши выпускники станут достойной сменой тем учителям, которые сегодня работают в школе. С этим замечательным праздником собравшихся поздравил председатель Совета Славянского района Григорий Литовка, который высоко оценил усилия преподавателей и студентов, пожелал им всем новых достижений. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко выразил уверенность, что филиал Кубанского университета сохранит и приумножит все наработанное за годы успешной деятельности. Вуз собрал от всех на нашей замечательной славянской земле, дал нам возможность получать высокоэффективное образование. Я уверен, что у вуза серьезное будущее. Я думаю, что каждый из вас станет серьезной опорой для формирования резерва кадров, для становления нашей экономики. Желаю всем мира, здоровья, счастья, а вузу процветания. Выпускники филиала работают во многих сферах, и полученное здесь образование помогает им уверенно чувствовать себя и развиваться дальше. Об этом сказал начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников, который сам закончил этот вуз. 80% состава органа молодежной политики – это выпускники нашего вуза. И когда мы принимаем на работу, мы не смотрим на цвет диплома и количество пятерок. Мы знаем, что там воспитательная работа всегда была на высшем уровне. А самое главное для кадров от отрасли молодежной политики – это воспитание. Поэтому я хочу, пользуясь случаем, еще раз сказать огромное спасибо.
Во время праздника, как и в прошлые годы, чествовались лучшие студенты за значительные достижения в номинациях учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной, общественной деятельности. Были отмечены победители и призеры. В номинации «Педагог-мастер» победила доктор филологических наук Марина Беляева, автор монографий, словарей и учебных пособий. В номинации «Педагог-наставник 2022» победителем была признана Анна Малинская, заведующая детским садом номер 4. Спасибо большое за эту награду. Но, безусловно, награда не только моя. Это награда всего педагогического коллектива детского сада номер 4. Я хочу пожелать студентам, чтобы вы как можно дольше оставались в выбранной вами профессии, чтобы тот опыт, те умения и навыки, которые вы получили в нашем детском саду, были востребованы и помогли вам. В номинации «Студент года 2022» победил Расим Мамедов. Он поблагодарил всех за эту награду, сказав, что долго шел к ней и очень рад, что его усилия оценили по достоинству. Я получил все-таки такую замечательную награду. Я хотел сказать отдельное спасибо моим родным, которые всегда поддерживали меня, и моим друзьям, которые тоже были рядом, помогали мне во всех моих начинаниях, моих открытиях. Вот. Я безумно рад, и я хочу пожелать вам всем стремления и успеха. Если вы будете к чему-то стремиться, вы обязательно этого добьетесь. Лучшие педагоги не жалеют сил, воспитывая новое поколение. Будущее нашего района, да и всей Кубани, зависит от таких вот молодых людей, растущих мастеров своего дела, энергичных и одаренных. Хороший старт в жизни получат выпускники и станут настоящими профессионалами. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».